Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Надежда Бабкина, как выяснили журналисты, уехала из больницы в коммунарке. Артистка отправилась в так называемый звездный госпиталь. В этой военной клинике лечились, например, Иосиф Кобзон и Лидия Федосеева-Шукшина, пишет издание «Московский комсомолец». Как передает газета, Бабкиной, которую только на днях вывели из медикаментозной комы, дали отдельную палату. При этом ранее сообщалось, что ей становилось лучше, но сейчас она якобы не может говорить и есть, лишь иногда осознавая происходящее. Журналисты также узнали, что в этом госпитале выделили целый многоэтажный корпус для больных коронавирусом. Бабкина попала в больницу в начале апреля с подозрением на COVID-19. Позже певица стала хуже, ее ввели в искусственную кому. Подключив к аппарату ALF, представители звезды не подтверждают сообщения СМИ о том, что артистку лечат от болезни, вызванной коронавирусом. При этом муж Надежды Бабкиной Евгений Гор за все это время ни разу не прокомментировал госпитализацию жены. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.